Вот такой вот миниатюрный сорт острого перца, маленький эльф. Это рекордный сорт по количеству плодов на кусте. Плоды у него маленькие, он обильно цветет, обильно плодоносит весь сезон. Этот сорт можно выращивать также и в цветочных горшках дома на подоконнике. Созревает он от желтого с оттенком фиолетового, затем становится оранжевым и в биологической спелости красным. Плоды у него мелкие, растут вверх. Размер плода от 1,5 до 2 сантиметров в длину и около сантиметра в диаметре. Созревает этот сорт за 70-100 суток и приносит очень большой урожай приятных на вкус средней остроты перцев. Вот так выглядит зрелый плод этого сорта в разрезе. Толщина стенок около 1 миллиметра. Он очень сочный. По шкале Сковила острота этого сорта достигает от 20 до 40 тысяч единиц. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите другие сорта острого перца.